Официально Наурыз закончился, вот только шымкентцы ну очень любят отмечать этот светлый праздник. Сегодня Наурыз отмечают в социальном городке Салем. Для людей с ограниченными возможностями волонтеры социального городка Салем сегодня подготовили праздничную программу. Национальные игры, мастер-класс по изготовлению курта и казан ароматного плова. Этот праздник был задуман, чтобы напомнить о казахских обычаях и подарить всем его участникам хорошее настроение. Ежегодно мы делаем такой праздник Наурыз, обязательно готовим плов, обязательно делаем, что это очень такое большое мероприятие, и цель, конечно же, это такое патриотическое воспитание молодежи, чтобы все помнили, что это наш такой Новый год традиционный. Наурыз – это великая ценность народа казахского, поэтому очень важно сохранять эту ценность и праздновать, чтобы молодежь участвовала, праздновала и знала, что такое Наурыз. Малика Ахмадалиева работает в социальном городке меньше месяца и считает, что волонтер – работа для искренних людей. Это тот человек, который помогает людям, взамен не требуя ничего. Вот. И мне кажется, то, что это идет, скорее всего, искренне, чтобы не от каких-то выгод, да, мы волонтеры. Мы просто так хотим людям помогать. Мастер-класс по приготовлению курта собрал преданных любителей этого национального продукта. Оказалось, что готовить его не так и сложно. Чтобы приготовить курт, в первую очередь нужно хорошенечко помыть руки, чтобы они были чистые. Потом берете необходимое количество сузьмы или сузьбе и выкладываете на руку. Потом нужно скатать шарик из него. Из готового шарика поставить его сюда на противень. Обычно используют доску деревянную и оставляют сушиться на 2-3 дня. Потом ваш курт готов. Волонтерство с каждым днем набирает популярность. Это и благотворительные акции, и фонды помощи, и социальные городки. На сегодняшний день в социальном городке Салем работают 25 постоянных волонтеров. В этом году к ним прибавилось еще 10. Сейчас мы видим такую тенденцию, что все больше волонтеров, ну, вообще желающих молодых людей, которые хотят провести время с пользой, поучаствовать в каких-то благотворительных акциях, социальных проектах, и число растет. Работа в одиночку не сравнится с работой в команде. Это правило волонтеры знают на зубок. И даже с праздником они поздравляют всей командой.